Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Как обычно, по традиции, вместе со мной заряжаем себя на самый лучший день и проговариваем такие слова. Сегодня все мои шаги изменят мою жизнь в лучшую сторону. Вот говорим один раз, и вы посмотрите, что сегодня какой шаг бы вы ни сделали, все приведет к вашему счастью. Ну а теперь уникальное послание на 6 марта. Способность твердо стоять на ногах. Если в последнее время вы были растеряны, забывали важную информацию и вообще плохо удерживали фокус внимания на чем-то обыденном, то это значит, что вами была потеряна нить, связующая с землей. Высшие силы хотят призвать вас к удержанию баланса между высокими духовными целями, мечтами и фантазиями и простыми земными занятиями. Для того, чтобы заземлить себя, то есть осознавать присутствие в своем теле, чувствовать жизненный поток во всем теле и находиться в реальности, полезны простые, на первый взгляд, ритуалы, такие как массаж ступней, хождение босиком, прикосновение к растениям, деревьям, употребление в пищу корнеплодов, картофель, морковь. Также лучше избегать сложных речевых конструкций, стараться выражать свои мысли легко и просто. Все эти действия помогут наладить баланс, сосредоточиться на главном, а значит быть гораздо эффективнее в любых делах. И на протяжении сегодня обязательно проговорим такие слова. Я являюсь источником собственной мотивации. Вот говорим 7 раз, и вы посмотрите, что у вас будет много сил и энергии, чтобы добиться целей.